Labdien, TV ētrā, atzimšana TV kanāls. Mums šodien ir pirmais raidījums, un mēs runāsim par raidījumu ar nosaukumu no parasta cilvēka līdz valdībai. Un šis raidījums būs pirmo reizi krievu valodā. Ir tā, ka studiju Aigar Velvič i Nadežda Velvič. Мы пастора церкви Возрождения, вай адзимшан здравдзе, кристиш здравдзе адзимшан. И у нас сегодня такая тема. Вы знаете, как-то очень наболела эта тема, и я решил с этим поделиться. И тема по поводу непрощения. Кстати, у латышского народа с непрощением очень-очень туго. И поэтому, знаете, как-то уже смотришь в Facebook, у нас сейчас как будто телевидение, там каждый выступает, там и правительство показывает, и сейчас уже каждому, кто нравится, он ставит там свои ролики какие-то там, кто-то разговаривает о каких-то бизнес-делах, кто-то о церкви, кто-то, ну, по-разному. Ну, вот, и мы решили, не очень тяготит сердце к латышскому народу, потому что я сам латыш, по поводу непрощения. И это заметно даже с простого человека и даже на правительственном уровне. И поэтому у нас вот по поводу обиды, непрощения есть очень много личных переживаний. Мы тоже друг друга иногда не прощаем. Сейчас уже, конечно, нет. Мы уже стараемся, мы уже знаем, что это такое непрощение. Непрощение – это когда ты закрылся и видишь своего любимого человека с черными очками, что он такой совсем никакой. Как ты думаешь, какой человек? Ну, когда непрощение. Вот ты расскажи, как, когда непрощение? У тебя же было непрощение, правда? Ой, да. Первое, во-первых, я хочу сказать, что когда нас благословил апостол, он сказал, прощайте друг друга. Да. Это я хорошо помню. Я, конечно, не знала еще, что меня ожидает, но вот это прощайте друг друга, оно имело силу в моей последующей жизни. Я всегда вспоминала, когда я обижалась, я вспоминала слова апостола Владимира Мунтяна. Он просто сказал, прощайте друг друга. И я помню, когда обида приходит в сердце, первое, что хочется сделать, закрыться. И ты становишься соляным столбом, сердце становится каменное и неспособное чувствовать, неспособное любить, неспособное слышать Бога. Бог отходит. Если у вас есть отношения с Духом Святым, если на вас... вам показалось, что с вами обошлись несправедливо, то Дух Святой отходит. Если вы обиделись, и вам что-то кто-то сказал, и Дух Святой от вас отошел, разве вы правы? Знаете, когда вы правы, Дух Святой не отходит. И это означает лишь одно, что обида – это грех. И Дух Святой, Бог против этого. Бог просто очень не нравится ему, когда... люди обижаются, держат в сердцах своих обидах. И Иисус Христос говорил, прощайте. Сколько раз прощать? 7 на 7 раз прощайте. И еще на 777. В общем, да. Всегда прощайте. Всем прощайте. Это очень важно. И я когда обижалась на Айгора, я понимала, что я попалась в все эти обиды, потому что мы когда приходим из мира, мы так были научены обижаться, мы не умели прощать. И первое, чему учит Бог, когда мы приходим к Богу, Он учит нас прощаться, Он учит нас ломать свою гордыню и подходить к человеку и просто говорить, дорогой мой муж или дорогая моя жена, ну я на тебя обиделся и обиделась, да. И тогда, и вот этого хочет Бог, чтобы мы примирялись друг с другом. Потому что дьявол, когда... вы обижаетесь, он рисует вам такие страшные картины, только чтобы ты не подошел к этому человеку и не примирился. Он тебя будет удерживать, чтобы ты не подходил, чтобы ты не просто не разобрал эту ситуацию. Он тебя закроет. И ты просто потеряешь, во-первых, Бога, и ты можешь умереть духовно. Это очень серьезная проблема. Люди из-за своей обиды, из-за своих обид, из-за своей гордости, потому что они могут подойти, они умирают духовно. Это духовная смерть. Да, кстати. Ну, я так хочу рассказать один пример, как я обиделся.
Ну вот отношения с Духом Святым на первом месте. Я помню, это было где-то сколько месяц, как мы женились, или два месяца. Что-то мы ехали там, где я жил, домой к Наде. И помню, что мы переехали через мост, и что-то мы поспорили в машине. И мне так не понравилось там очень, я думал, что я тут женился вообще, что это такое? Я сказал Наде, чтобы она остановила машину, вышел, хлопнул дверью и сказал, пойду обратно к себе домой, что там вместе жить, там невозможно даже поговорить в машине. И как только я вышел, она уехала, я иду обратно пешком, и Дух Святой мне говорит, она права, иди проси прощения. Я говорю, как просить прощения? Так она там, та-та-та-та-та. И ничего, прошло минут 20, далеко еще надо было идти пешком, надо было поближе как-то там выйти из машины. Ну вот, я пришел, и мы помирились. Знаете, я заметил одну вещь, почему у нас название от простого человека до правительства. Мы не будем говорить о политике, хотя есть у нас один политик, о котором можно было поговорить, потому что как-то я его заметил, он от простого человека дошел до правительства, но не о том речь. И знаете, все люди обижаются, все, буквально все, какой бы ты ни был, латыш, там, ребенок ли, средних лет, юноша ли ты, или ты постарше, старшего поколения, или ты на правительственном уровне, или ты националист, или еще оппозиционер какой-то, или кто бы ты ни был, ты всегда, ну не всегда, но ты обижаешься, есть какие-то вещи. И вот когда мы обижаемся, мы закрываемся друг от друга. И я хочу прочитать Слово Божье, потому что у нас же Латвия – это христианская страна. Ну, как бы все так говорят, что мы христианская страна, но законы у нас совсем не христианские. Иногда отношения друг к другу тоже не очень-то и христианские. Да? И я недавно смотрел, просто так, слово повернуть хочу, недавно смотрел, как у нас, как это, появился президент, что это было, выборы, выбрали президента. И потом там были разные дебаты какие-то, да, что типа неправильно сделали какой-то пункт там, и там одна женщина стала, сказала, что она сделала, и в конце сказала, ты с этой Латвии, Бог благослови Латвию. И я сразу в сердце, как христианин, подумал, что ну, нужно хотя бы знать, кто такой Бог и что Он хочет, чтобы говорить, чтобы Бог благослови Латвию. Потому что у нас есть гимн, Бог благослови Латвию, но то, что у нас внутри там происходит, совсем не похоже на то, чтобы Бог благословил Латвию. И почему я это говорю? Я увидел место Писания. Мы же все молимся, христиане все молятся, какие бы ни были. Лютеране молятся, православные молятся, католики молятся, адвентисты молятся, баптисты молятся, харизматы молятся, пятидесятники, староверы, ну все, которые есть, может быть, если я кого-то не назвал там, ну извините, но мы понимаем, что мы все молимся. И мы хотим, чтобы Бог ответил на наши молитвы. Кто-то понимает Бога, кто-то слышит Бога, кто-то просто думает, что он знает Бога, а кто-то просто не верит никому, но знает, что молиться нужно. Ну вот, и наши молитвы могут быть не отвечены. И вот есть место Писания, это написано Марка, 11 главе, 26 стих. Сейчас, секундочку. 25-26. Так, глава Марка 11, 25-26. Здесь написано. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Знаете, очень такой серьезный стих для христианской страны под названием Латвия. То же самое, очень такой серьезный стих для любого верующего человека, который живет в семье, который соприкасается, ну, как ты можешь, ну, сказать, вот, стих
допустим, для верующих людей, которые просто, ну, семьянины. Они просто, ну, дружат, ну, живут, ходят в церковь, слушают слово, да, и вот повседневная жизнь, от нее же никуда не убежишь. Да, дело в том, что в семье, если рядом с тобой муж или жена, это первый человек, который самый близкий человек, который влияет на твою жизнь. И если в твоем сердце есть корень непрощения, а это грех, от которого ты, возможно, не получил свободы, то близкий человек, он будет все время этот корень выявлять, он будет проявляться через близкого человека. И Бог таким способом будет работать, чтобы освободить человека от непрощения. А как это будет выявлять? Может быть, надо какую-то, ну, такую показать явную вещь? На каких-то ситуациях, на бытовых, обычных ситуациях проявляется непрощение. Что-то сказал неправильно, и сработало, например, сработал старый опыт, старые эмоции сработали. Вот когда-то тебе в прошлом так говорили, и ты обижался, и вот сейчас он поступает точно так же, и ты уже просто готов среагировать точно так же. Ситуации, очень разные ситуации. Если рассказать про мой личный опыт, ой, сколько ситуаций этих было, даже таких ярких примеров. Давайте, какой-то, чтобы люди, ну, поняли, о чем речь. Да просто вот если даже хочется обидеться даже тогда, когда, например, Айгер с утра встает и идет сразу молиться. Например, я еще сплю, и я не успеваю с ним пообщаться с утра. Ну, не успеваю, я уезжаю на работу. И мы просто, и у меня уже внутри такое вот хочется обидеться, а почему вот он со мной не с первой? То есть обида, я могу сказать, что обида – это одна сторона медали, вторая сторона медали – это гордыня. И через обиду, через то, как ты реагируешь, ты можешь понять, насколько ты гордый. Если ты обижаешься по каждому пустяку, ой, ярких примеров, надо мне подумать, надо, потому что уже настолько давно не обижалась, если честно, потому что начальник нашей совместной жизни – это было в каждом дне практически. Но сейчас уже настолько мало, что я уже оставила, и Бог действительно меняет сердце, и ты уже не обижаешься так сильно, так много, так часто. Может быть, иногда где-то что-то, но ты понимаешь, как только ты обидишься, ты потеряешь водительство духом. Яркий пример, я вспомнил, можно, я вспомнил. Яркий пример. Когда я поженился, была такая ситуация, что, ну, я был как бы женатый на церкви. У меня все дела было в первую очередь церковь. И тут появилась она. И знаете, как перед свадьбой надо все подарки, ну, там, жене, там, будущей жене, невесте, там, ты обхаживаешь, но вместо этого ты обхаживаешь церковь. Что нужно купить в первую очередь церковь? Помнишь? А это была очень серьезная обида. Там, по-моему, месяцами, я даже не знал, когда я узнал, у меня... В прямом смысле слова. Голос дымом стал, да. Тот, который остался. Я помню очень хорошо, потому что я привыкла, как было в миру, когда ты в миру немножко по-другому строился. Я привыкла к тому, что все лелеяли мою гордость, все дарили мне подарки, кто в миру, кто, например, за мной ухаживал. А когда я пришла в церковь, была ситуация немножко по-другому. У Айгера на первом месте был Бог, а я привыкла к тому, что я на первом месте. И было очень много поводов для обид, потому что, ну как, я привыкла, что я мне мое, и это моя гордыня. И то есть понятно, что обида была прямое отражение того, насколько была я гордой. И я каждый раз, когда церковь что-то покупала, а мне ничего, каждый раз я обижалась. Но на самом деле это было так интересно. Я понимала, что Бог делает все ситуации подобные, ситуации, что Бог все контролировал. И Он просто хотел, чтобы я получила от этого свободу. И поверьте мне, я обижалась очень сильно. И да, поверьте. И были такие интересные ситуации, что он, например, служителям покупал что-то, я даже не говорю не про церковь,
У меня были конкретные обиды. У нас есть, например, пастора, которых он поддерживает. И он им покупал, он старался покупать какие-то вещи для жизни, для какие-то вещи для того, чтобы ухаживать за собой, это были женщины. И я, такой человек, который еще не получил свободу, и я видела, что он кому-то что-то покупает, а мне нет, а я же невеста, мне же все должно. Ой, либо мне это, конечно, играло, вызывала такую обиду, что потом я не могла долго с этим справиться, и делал, что делал. Он делал так, чтобы я не говорила об этом, что я поддержала, закрылась, чтобы у меня сердце стало каменное. И он очень долго меня, я была закрыта. И когда я начала, Бог меня начал из меня все это вытаскивать, только тогда я получила свободу. Были разные ситуации. Это вот, скажем, ситуации на человеческом уровне, между мужем и женой. Это очень важно, потому что для христианина, какой бы церкви или деноминации ты ни принадлежал, ты будешь сталкиваться с обидами. Главное, как ты с ними разбираешься, или ты их закрываешь, эту тему, и становишься или таким гордым, высокомерным мужчиной, или точно такой же гордой, неприкосновенной женщиной. Знаете, что дьявол хочет сделать через обиду? Он хочет разрушить отношения. Это могут быть любые отношения между мужем и женой. Через обиду дьявол реально разрушает отношения. Если мы этого не понимаем, если мы в этом слепы, да, то рано или поздно происходит, извините, развод. Да? Что происходит после того, как человек обиделся и не понял, что он согрешил перед Богом, что он согрешил перед Богом? Следующее, начинает этого человека упрекать. Да. Он говорит: ты такой, ты сделал так, у него мотив в сердце, у него приходит ожесточение, у него приходит злоба. Ничего хорошего. То есть человек открывает дверь для дьявола и говорит: заходите, ребята. Ну, он открыт, да, для дьявола. Дьявол ему реально заходит. И что за этим следует, это даже страшно себе представить. Поэтому хочется призвать, ну, действительно, людей, чтобы они прощали друг друга. Потому что ваши молитвы, они не будут, во-первых, услышаны. Бог отходит от вас. Бог не слышит вас, когда у вас есть горечь, обида в вашем сердце. Он вас не слышит. Ваши молитвы, они тщетны. Они не идут выше вашего потолка в вашей комнате. Бог не слышит. Это очень важно. Сейчас я хочу переключить это на уже конфессиональный уровень. Потому что мы, ну, я думаю, что каждый верующий, тот, кто смотрит, или тот, кто еще будет смотреть, знает, что до сих пор в Латвии есть такая вещь, что есть типа правильная церковь, неправильная церковь. Если ты пойдешь в ту церковь, да, там религиозная церковь и так далее. Даже пастора не дружат между собой. Я хочу особенно приметить молитвенную... есть такая церковь Христус Пасаллы, где есть пастор Марти Сентисис. И они делали день молитвы. Это было в прошлом году. И очень много пасторов было, и очень много пасторов не было. Вот, ну, я не знаю почему, мы здесь будем говорить открыто. Мы не будем ничего вырезывать из этих программ, мы будем говорить так, как есть. Вот как у меня на сердце. Да, я вот там не видел, допустим, Breakaway Wellness Place, я не видел там этого пастора, да. Там еще многих пасторов не видел. И знаете, это показывает, что вот разные есть, может быть, обиды, может быть. Я не знаю, там, кто на кого обиделся, но я вижу, что это есть на духовном уровне в Латвии, смотря через призму разных церквей. Потому что одни церкви кого-то принимают, другого не принимают, или только принимают такого, который, ну, мне близко по сердцу. Одно есть вещь, когда Дух Святой тебя ведет, и как раньше один пастор с латвийских церквей сказал, что вороны с воронами только летают, да, орлы с орлами летают и так далее, что орлы там с курицами не летают и так далее. Я не хочу сказать, что кто-то там курица или ворона и так далее, но мы должны знать одно, что Иисус Христос умер за наши грехи, что Он простил каждому человеку,
И мы, как церковь, какая бы ни была церковь, лютеранская, католическая, пятидесятники, харизматы или какие бы, реформаты и так далее. Мы здесь в Латвии только для того, чтобы спасать человека. Мы не для того, чтобы грестись между собой, там, кто правильный, кто неправильный, у кого нос пошире, у кого нога покороче или еще чего-то. И вот эти обиды, которые есть между церковными, там, скажем, лютеране обиделись на католиков, реформаты на лютеран, или там харизматы, еще на кого-то. Я думаю, что пришло время примириться. У меня просто это внутри сердца. И вообще эта передача, которая у нас, она родилась буквально несколько дней обратно. На основе выборов правительства. И когда увидел какой-то внутри бардак, я ужаснулся. Просто оттарс. Что тогда говорить о простом народе, если там внутри друг на друга там... Ну ладно, это потом, мы до правительства еще дойдем. Поэтому я бы хотел, чтобы вот это название нашего телеканала «Atzimšana TV» или «Возрождение ТВ», я хотел, чтобы она действительно была «Atzimšana», «Возрождение», что люди как бы с большого сна просыпаются и видят, что мы братья друг друга, сестры, да, понимаешь? Что мы, ну, извините за такое слово, не шарахаемся. Ой, там вот эти пошли религиозники. Да? Может быть, тебе есть что-то добавить? Я хочу добавить еще одну очень важную вещь. Дело в том, что обида сама по себе, если она в сердце живет, вы же понимаете, что она влияет на тело. И люди болеют из-за того, что у них непрощение годами в сердцах. Они даже могут не осознавать, что у них непрощение. И вот такой человек, он может приходить в церковь, и он может чем-то болеть. И мы можем молиться за его исцеление. И Бог его исцелит. Но дело в том, что если в сердце у человека есть обида, эта болезнь, она вернется обратно. То есть все вопросы, любая болезнь, я просто понимаю, уверена на 100%, что любая болезнь, причина любой болезни кроется в духовной сфере. Говорись. Это покроется в сердце. Нужно смотреть в свое сердце. Если у вас вы чем-то больны, вам нужно идти к Богу и спрашивать, в чем причина. Бог вас исцелит, но вам нужно причину понять и покаяться в этом и отречься. Еще очень важный момент. Все мы знаем, что очень тяжело прощать, вообще невозможно простить без Бога. Только Бог может из вашего сердца убрать боль непрощения. И как это происходит? Еще очень хочу одну вещь сказать. Если вы один молитесь или одна молитесь, очень трудно получить прощение вот самому, когда ты сам по себе. Вот я простил, Господь, вот я простил, я простил, все, я простил. И ты понимаешь, что ты все равно не простил. Я веду к тому, что если ты в церкви, у тебя должен быть наставник. Обязательно наставник. Который возьмет тебя за руку и скажет, пойдем, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них. И это работает на 100%, на 1000000%. Очень много раз мы это проходили, когда наставник берет за руку человека, у которого не прощение. И когда мы вместе отдаем это Богу. Бог приходит всегда и дает свободу этому человеку всегда. Это проверено, это работает. Если такой человек сидит дома у себя, никуда не ходит. Церковь не ходит. И пытается прощать всех. Это не работает. Дома, без церкви, без наставника, только с наставником. Очень нужен наставник. Когда мы приходим из мира, дьявол постарался, уж поверьте мне, чтобы у вас было там 1000000 непрощений в вашем сердце. Он зря там не сидел, не смотрел на вас. Он сделал так, чтобы вы были, ваше сердце окаменело, чтобы разрушить вашу жизнь. Потому что дьявол приходит украсть, убить и погубить. Но уж поверьте мне, он там постарался, чтобы в вашем сердце было 1000000 непрощений. И вам нужен Бог для того, чтобы и наставник, и двое или трое, и в молитве, вы каждое непрощение Бога будет вас освобождать. Непрощение за непрощением, непрощение за непрощением. Пока получите свободу. Пока получите полную свободу. И тогда вы сможете нормально коммуницировать
общаться в церкви, ни на кого не обижаться, вы сможете получить полную свободу от этого греха. Да, вот и как это у людей, так же это у пасторов, так же это у лидеров. Разных церквях это нужно знать. И также это может быть между или посреди, или между деноминацией, да, или вообще во всей нации. Я хочу это очень отметить и, пользуясь случаем, передам привет, конечно, это шутка, но пользуясь случаем, хочу сказать, если ты сидишь в своих непрощениях, еще что, ты превращаешься, как мертвое море, ты один сам по себе, ты не можешь сердце никому открыть. Я тебе хочу сказать, если ты это смотришь, напиши личку нам. Мы будем за тебя молиться. Мы можем тебя поконсультировать, выслушать, чтобы ты получил свободу. Потому что у тебя не может быть, если это даже кто-то развелся, или, скажем, в отношениях. Если ты, я знаю по себе, если ты не получишь освобождение от непрощения, ты не сможешь новых отношений себе построить, потому что будущее, ну, прошлое, оно будет тебя через какие-то ситуации тянуть обратно, говорить, о, она точно такая же, как мой бывший, или еще. Это реально, понимаешь? И сейчас я хочу от этого всего, что мы сказали, пройти на правительский уровень, на наше государство, потому что я вижу, что у нас культивируется непрощение к русскому народу на государственном уровне. И это очень серьезно, понимаете? Я сам латыш. Я вырос возле 5-го года парка, или как это говорит, на Москачке. У нас тоже были драки. Мы дрались, русские против латышей, латыши против русских, пока мы не объединились. И когда мы объединились, увидели, что не такой уж страшный этот зверь. Да? Хотя ни один человек не зверь, но просто это все надуто. И когда ты смотришь, что вот русский там само правительство делает какие-то нехорошие вещи, не буду называть там конкретно, хотя и могу назвать. Ну, а потом все скидывается, вот русские идут, Путин сейчас придет и так далее. Знаете, если так по большому счету говорить, наша страна настолько разворована, что Путину она и не нужна совсем. Он уже давно уже смирился и так далее. Но суть в том, что постоянно идет такой натиск, что вот... Ну, к сожалению, даже от верующих людей слышала такие фразы, что типа «русские, идите в Россию жить». Вы поймите, я просто обращаюсь к этим верующим людям. Если вы молитесь, то я просто призываю, покайтесь в этом, потому что Дух Святой просто не будет отвечать на ваши молитвы с таким отношением сердца. Это неправильный мотив. Бог хочет вас от этого освободить, Он вас очень любит. Да, и хочу еще чуть-чуть добавить, да, это серьезная вещь. Я иногда смотрю, сейчас уже, в Фейсбуке, то, что происходит, то, что показывает правительство, то, что показывает, какие партии там. Мы же люди простые, я там никакой не политик. У меня вообще призвание строить церковь. Мое призвание не быть в политике. Но у меня есть голос, и я имею право высказать свое мнение, если мы живем в демократическом государстве. Или мы живем в таком государстве, если только ты высунулся, тебя перекрыли кислород. Можно смотреть по-разному. Но я в последнее время очень часто смотрю на это. И вижу, какие дрязги, язвы происходят. И потом мы говорим, Бог благослови Латвию. Какое благословение, если у нас не прощение, негодование, да, там что еще есть. Мы обязательно, особенно комментаторы, которые там пишут комменты в Фейсбуке, иногда, извините, если так можно сказать, поражаюсь от этих комментов друг друга. Неуважение. Неуважение, да. Матом ругается, вообще, даже женщины, девушки там, Господи, мы же живем и христиане, и даже есть, не хочу сказать, там, была там, я как-то поговорил с одной девушкой, по-моему, из баптистов, не в том дело, что баптисты плохие, нет, просто у людей есть плохие привычки,
от которых нужно освобождаться. И я что-то там поговорил, даже ну, так открыто сказал, и назвал человека на «ты», не сказал на «вы». Мне сразу был ответ. Если ты цук из копа анегады, типа я с тобой вместе свиньи не пас, что ты меня тут. Ну, я понимаю, что там, когда тебе говорит девушка, которая там лет 20-24, нет проблем, я уважаю, но отношение со мной, тон сам. Поэтому я думаю, что латвийскому народу очень сильно нужно подумать о обращении к русскоязычным, людям русским. Было там 40-й, 45-й год, да, был, окей, но вот смотри, что делает непрощение, что вывозили там людей ну, в Сибирь и все эти ну, плохие вещи. Вы знаете, я могу добавить еще про Сибирь, что мой дедушка был в Сибири русский. Да. Ну, по-любому, у моей родственники не были никто. Я знаю, что там с моей крестной что-то было, она была в партизанах, и там были какие-то там вещи. Но суть не в том. Это время прошло. Да, были плохие вещи. Было такое правительство, было такое время, действительно. Если кого-нибудь из вас, которые там комментаторы или националисты или чего-то, послали в то время, вы бы и не пикнули, если честно. Потому что вас очень бы быстро сократили. Это было бы так, потому что было такое время. Сейчас мы пришли в новое время. Многие люди покаялись, очень много этих старых людей умерли. Да, есть боль там в сердце. Но если мы христиане все, да, если мы верим в Бога, вот как у нас госпожа Мурнец сказала, Дев Святой Латвии, тогда нам нужно, Бог обновит всю нашу Латвию, даст правительству, извините, мозги, не сделать такой, скажем, долг в стране, что ты должен 1000000% каждый день платить, или еще больше, да, еще какие-то вещи, потому что я смотрю на данный момент и говорим также с людьми, везде, где не посмотришь у нас в Латвии, одна разруха. Ну ладно, дороги начали как-то делать там, но когда смотришь, что в правительстве происходит, я простой человек, я смотрю, те ругаются на одних, вторые на других, те, как это, сплетничают или обговаривают, или как это, осуждают других и третьих. Смотри, если мы не можем простить ни одних, ни вторых, ни третьих, и Бог нам не может простить, поэтому у нас и в Латвии есть такая разруха, что мы, ну, делаем, мы просто сидим на суку, или как это, и пилим, да, пилим суп, на который сидим. И в конце мы все падаем в яму. И главное, что это на правительственном уровне. И весь народ падает. И когда там смотришь иногда, уму непостижимо. Они там воруют много каких-то вещей. А с народа требуют, налоги повышают там, какие-то там деньги детские, себе на зарплату, ну где это видано? Это просто, если так смотреть, то ну, не хочу никого обвинять, но со стороны, если мы здравые люди, то мы видим, что наше правительство болеет, что у них чуть-чуть непонятно что-то, где-то не хватает немножко. Да, я бы сказала, еще добавила, что я услышала фразу, что латышский язык объединит нацию. Не латышский язык объединит нацию, а Бог объединит нацию, если люди научатся прощать и обращаться к Богу. Амин, амин. Только Бог может объединить нацию. И если правительство говорит, что латышский язык объединит нацию, за них надо молиться, чтобы они приняли Бога в свои сердца, чтобы у них открылось. Потому что грех, он отделяет Бога от человека. И когда человек без Бога, он становится незрячим, он слепой. И я вам скажу сейчас, правительство слепое. Оно
духовно не видят ничего. Именно такие люди стоят в правительстве, да, понимаете, какие последствия ожидают страну. И я думаю, что христиане должны объединиться и молиться за то, чтобы правительство, чтобы люди, которых зависят судьбы народов, они приняли Бога в свои сердца и начали оттуда прощать. Да, так и есть. Ты быстро закончила. Но суть не в том, да. Мы не осуждаем правительство, мы понимаем, что просто нет понятия. Бог открывает разум к уразумению, не только Писание, но и правительство, как вести народ, как что делать, какие законы принимать и так далее. Знаете, я уже сейчас смотрю, народ поднимается. Хотя, если смотреть, мы вот недавно разговаривали, спрашивали друг друга, почему латышский народ, почему он сидит, не выступает, не выходит, за свои права не борется. Даже, может быть, плохой пример будет, но мы говорили, раньше были латышские стрелки, куда-то воевали, что-то отвоевывали, да, там, и так далее. Где они все сейчас? И я увидел, что наша, как это, вообще в школах что преподают? Вообще, каких молодых людей взращивает? В компьютере сидеть, по дискотекам, там, пол менять, там, еще какие-то вещи. Где учение, когда взращивает личности? Людей, которые приняли решение и идут, взяли мечту, идут до конца. Где эти люди? И в основном смотришь, латыши такие тихие, ничего, кроме меня, конечно. Я новый латыш, я учился, я с Богом хожу, Бог всегда учит идти и побеждать. Вот и поэтому нам как раз вот эта передача, это как бы такое новое начало, мы будем говорить с точки зрения простого человека, как он видит это правительство. В основном, я сейчас скажу, я телевизор вообще не смотрю, потому что для меня телевизор это большой мусорный ящик, вы уж извините. Я вот в интернете где-то, и сейчас, даже не нужно телевизор смотреть. Посмотришь в Фейсбуке, все новости там, буквально все видно. И я хочу сказать, что я простой человек из латвийского народа. Но я смотрю, что, может быть, я могу какую-то лепту сделать, что-то хорошее сделать в стране и в жизнях людей. Еще хочется добавить, что многие христиане, они на выборы не идут. Они ведут такое, что мы боги, у нас Бог, царь. Они вообще не вмешиваются в политику, не вмешиваются в какие-то правительственные дела. Но я вам скажу, мы, христиане, мы соль земли. Амин, амин. У нас мы есть свет. Власть и авторитет. Мы свет этому миру. И вы, если бы христианин понимал, какую власть, как он может влиять, будучи совсем простым человеком, на правительственный уровень, просто объединившись и молиться за это правительство, вы бы просто меняли бы судьбу страны. На уровне нации. Поэтому человек, который говорит, это, за меня и так все решили. Нет, дорогие друзья, у вас есть самое главное, у вас есть Бог в сердце, у вас есть молитва, и мы должны влиять на то, что происходит на правительственном уровне. Мы люди, мы христиане, должны пророчествовать судьбу Латвии, чтобы Бог освободил, чтобы Бог излил свою милость, чтобы люди жили лучше. Но пока на данном этапе происходит немножко все по-другому, все наоборот. Я просто призываю христиан думать об этом, начинать думать об этом, подниматься в своих сердцах, болеть за свой народ, чтобы мы жили лучше, чтобы правительство приняло Бога, чтобы мы уходили в другую сторону, а не в сторону долгов и полного негатива. Да, я так смотрю, наверное, она так вошла в роль, хотел сказать, но это не так. Потому что действительно болит сердце. И мы будем делать передачи. Я уже придумал название. «Христианин и политика». Потому что иногда есть такая вещь, что некоторые христиане от политики
шугаются, как от чего-то нечистого. Ну, то, что там нечисто, это понятно. Но мы же соль этой земли. Да? И вот когда я смотрел выборы президента, я как-то увидел там, сказали, что 95 депутатов там проголосовало. И я вдруг увидел, такая нормальная домашняя группа. Ну ладно, домашняя церковь, 95 депутатов, ну там еще что-то. Там как нужна церковь, там нужно один раз в неделю служение, прямо там, в сейве, там, где снимают. Я думаю, что им было очень бы полезно послушать Слово Божьего. Очень бы, потому что все есть. Гимн, Бог благослови Латвию. Все есть. Я бы, конечно, там хотел бы, чтобы... Прославление было, или как-то эту Бог благослови Латвию обновить там в новых жанрах. Ну, это типа мое мнение такое, да. Но я очень этого желаю. И я знаю, что каждый депутат, он должен прославлять Бога. Если он говорит «Deus sveti Latviju», то, пожалуйста, прочитай хоть Новый Завет один раз, чтобы понять, кого он хочет благословить. Как хочет, и какие принципы, да, благословения, какие духовные принципы работают, когда Бог благословляет. Потому что мы говорим, но не делаем. Потому что, и еще хочу добавить, я читал в Старом Завете, но иногда люди говорят, там есть Старый Завет, Новый Завет. Знаете, Бог своего слова не отменил. Если он что-то сказал, то в Библии написано, что Бог какой вчера, такой сегодня и такой во веки веков. Да? Слово не меняется. И везде написано, можно почитать Старый Завет, когда народ смирялся перед Богом, Бог приходил и исцелил землю. Он землю исцелил, он мозги исцелял для всех людей и на правительстве, и простых людей. А если не смириться, то поражу. И у нас на данный момент выходит, что мы в поражении. И мы уже люди, которые живут просто здесь, в Риге, ну еще где-то. Мы уже видим, что уже все, уже настолько, что уже вся эта грязь, вся эта болезнь уже вылезла снаружи. Ее уже видно, да? Поэтому хочу вам... Я не упрекаю правительство, я их благословляю. Но мы будем говорить слово. Мы будем молиться, потому что у нас есть власть, которую мы получили от Иисуса Христа, разрушать всю вражью силу. Мы будем молиться, и я верю, что Бог будет касаться правительства, будет касаться и Левица, и Каринча, и всех людей, и будет приходить справедливость, потому что мы верующие люди, мы знаем своего Бога, и мы знаем, что в Латвии есть Господь. Он есть живой Бог, и Он благословляет народ свой. И мы видим, что в народе уже где-то начинает просыпаться, уже разные христианские каналы появляются, уже церкви, фейсбуки появляются. Это уже видно. Поэтому наша передача как бы на этой волне подходит к концу. Мы уже, смотрю, уже почти 45 минут говорим, и только изливается, знаете... Бог говорит, что чем наполнено твое сердце, да, от избытка сердца говорят уста. Я, может быть, год обратно еще постеснялся бы сидеть там в прямом эфире, записывать, говорить там о правительстве, говорить о каких-то церковных вещах или просто обидах, но уже полное сердце. Бога просто плачет сердце, плачет сердце, болит сердце, и он хочет спасти латвийский народ. Да, так что, дорогие мои, я хочу поговорить, какой бы ты церкви не был, если ты в непрощении ходишь, ищи примирение, очищай свое сердце, потому что Дух Святой хочет касаться, Бог хочет говорить с тобой, Он хочет ответить на твои молитвы, но если в сердце непрощение, Он не может, понимаешь? Он не может тебя простить. А если он тебя не прощает, значит, ты отделен от Бога. А мы христиане, по сути, мы отделены от этого мира. Мы отделены от обид, от упреков, от всяких там трений между собой. Мы должны объединиться. Поэтому, если у тебя есть обида, не постесняйся. У нас тут недавно одна девушка, не буду называть имя, она написала, она сказала, она увидела наше служение и передачи.
И она сказала, она поняла, что ей нужна помощь. Она взяла и мне написала, говорит, я бросаю свой стыд, свое неудобство и пишу тебя. Помоги мне, пожалуйста. Я хочу встать. Я хочу заново идти с Богом. Я хочу прощать людей. Я хочу быть в отношениях с Богом. Поэтому бери свой стыд, убери свой стыд, пиши, если у тебя некому. И даже если в твоей церкви тебя никто не понимает, мы не нуждаемся вытаскивать людей из церквей, но мы не для того посланы. Мы посланы для того, чтобы строить церковь здесь, строить Царство Небесное. И если мы сможем тебе помочь разобраться с твоей обидой, будь благословен и возвращайся в свою церковь. Понимаешь? Это очень важно. Как мужем, женой, как нам, может быть, бизнес-уровне то же самое. Также и на церковном уровне, и точно так же на правительском уровне. На любом уровне. На любом уровне. На каком бы ты ни находился. Да. И очень важно, я хочу подметить, особенно латышей. Прощайте русский народ. Мы сами, мы как нация, латыши, сами себя губим из-за непрощения. Бог не может благословить страну. Он не может исцелить правительстве мозги. Потому что, если ты ненавидишь людей... Основание неправильное для того, да, чтобы строить будущее. Это основание, которое приведет к разрухе полной, полному, да, уничтожению, если хотите, к смерти духовной. Да. Поэтому... И физической. И физической. Поэтому прощайте русских, латышей, всех прощайте. Всегда прощайте. Мы вас к этому призываем. Правда? Да. Я думаю, что, может быть, мы должны помолиться. Давайте, да. Давайте мы закончим с молитвой, да, и помолимся, чтобы пришло прощение в Латвию. Русским к латышам и латышам к русским. Драгоценный Господь, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе. И мы просим, драгоценный Бог, Боже, помоги, помоги всем латышам, помоги всем русским, драгоценный Господь. Исцели нашу землю, драгоценный Господь. Мы просим за правительство, Господь. Благослови Левица и все правительство, и всех тех людей, которые ненавидят русских. Благослови всех националистов, драгоценный Господь. И мы просим Тебя, пусть придет здравый смысл, драгоценный Господь, к людям. Пусть придет здравый смысл к правительству. Пусть придет, Господь, вылей, излей своего Духа. Откройся посредством Духа Святого. Пусть придет прощение на Латвии, на русских людях, на латвийских людях. Пусть придет Дух прощения, Дух прощения. Пусть мужья прощают своих жен, пусть жены прощают своих мужей. Пусть религиозные вожди примиряются друг с другом, которых не любят. Драгоценный Господь, мы просим, пусть придет покаяние перед Тобой, Господь, по всей стране, драгоценный Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Дух Святой, излей свою силу. Излей свою силу, пусть придет Дух покаяния, Боже, на всю страну, Дух покаяния, драгоценный Господь. Пусть сегодня, 1 июня 2019 года, Господь, пусть придет покаяние, драгоценный Господь, Боже, смирение. Пусть люди прощают друг друга, драгоценный Господь. Боже, Боже, помоги нам это, потому что мы сами этого не можем. Мы можем только говорить, мы можем проповедовать, мы можем просить людей, чтобы они прощали друг друга, но только от Тебя приходит прощение, драгоценный Господь. Мы просим, пусть Дух покаяния придет всем латышам, пусть Дух покаяния придет всем русским, пусть они могут друг друга прощать, драгоценный Господь. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Дух Святой, благослови Латвию, Дух Святой, благослови правительство, благослови весь народ, драгоценный Господь. Мы славим Тебя и мы поклоняемся Тебе, драгоценный Господь. Боже, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Господь. Мы славим и поклоняемся. Я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, коснись каждого человека, кто смотрит эту передачу во имя Иисуса Христа.
Коснись, пусть Дух Святой наполнит каждого человека, даже тот, кто сейчас смотрит и ненавидит нас, даже того, который, может быть, плюет и выключает эту передачу. Господь, пусть придет милость Твоя над этим человеком. Пусть придет милость Твоя. Ты сказал в слове Иезекииля 36 главе, что Ты уберешь от нас каменное сердце и дашь нам сердце плотяное, послушное. Господь, благослови всех людей, которые ненавидят русских. Благослови всех людей, которые ненавидят латышей. Драгоценный Господь Божий, пусть придет Твое покаяние. Господь, пусть придет Твоя милость. Господь, сделай так, прошу Тебя, чтобы смирился народ, чтобы Ты мог воцариться, чтобы Ты мог поднять нашу страну Латвию, драгоценный Господь. Благослови, Господь, благослови, Господь. Мы молимся Тебе, драгоценный Господь. Мы молимся Тебе, драгоценный Господь. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. И пусть это придет на все уровни, с простого человека до правительства, драгоценный Господь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот такая у нас сегодня передача, дорогие мои. Это очень серьезно. Мы будем говорить на эту тему, потому что мне, как простому человеку, просто, если честно, надоело уже. Сколько можно, мы смотрим, наша нация вымирает. Мы должны склонить колени перед Богом неформально, чтобы сняло телевидение и каждый раз показало. Мы должны сделать это искренне, от всего сердца. Так что, дорогие мои, какой бы национальности ты ни был, мы тебя благословляем, мы тебя любим. И до следующей передачи или встречи, которая будет называться «Христианин и политика». Всего доброго! Пусть Бог благословит Латвию. Пока-пока. Пока-пока.